Вот давно не металлизировал, увлекся лепкой, слепил черепок, отлил его из пластика. Ну и сейчас буду его металлизировать по технологии SkyChrome. Андрей, привет тебе. Которой, этой технологией, я пользуюсь уже в течение 3 лет и полностью доволен. И рекомендую всем ребятам пользоваться этой технологией. Вот сейчас я буду покрывать нижнюю челюсть металлизацией. Вот уже заделал одну масочку, покрыл, будет сохнуть. Сейчас покажу черепушку, как сделал. Все отлито. Кого заинтересовало, кому нужна маска или черепок, есть в наличии, в продаже. Можем сделать. За ваши деньги любой каприз. Вот изделие, готово к реализации. Ждет своего владельца. Кого заинтересует, обращайтесь. Вот так вот получилась у нас нижняя челюсть. Вот. Ну и видеоотчет о конечном результате будет сделан чуток позже.